Более 80 направлений. Именно столько предлагает главный вуз республики абитуриентам этого года. Среди привычных специальностей есть и новые. К примеру, на медицинском факультете откроют сразу два направления – педиатрия и фармация. Обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, нехваткой медицинских кадров в республике. А во-вторых, новый корпус медфакультета, который сейчас строит евразийская интеграция, позволит выпускать специалистов, которых ранее вуз просто не имел возможности готовить. Но самое главное, то, что помимо стен этого корпуса, там будет и современное учебное оборудование. В том числе и оборудование для химико-фармацевтической лаборатории, что позволило нам сейчас, на этот момент, задуматься о возможности реализовывать и образование по специальности фармации. Выпускники смогут получить специальность фармация только на договорной основе, а вот в педиатрии будет 20 бюджетных мест. Кроме медицинского направления, новые специальности открылись и на других факультетах. К ним относятся на факультете физической культуры и спорта направление физическая культура, профиль адаптивная физическая культура, на экономическом факультете направление торговое дело, в институте языка и литературы педагогическое образование с профилем русский язык и литература для подготовки учителей русского языка и литературы, в Рыбницком филиале Приднестровского государственного университета направление лингвистика с профилем теории и практика межкультурного перевода и автоматизированные технологии процессов и производства. Еще одно нововведение приемной кампании этого года. Для поступления на некоторые специальности абитуриентам придется сдать и дополнительное полное тестирование. Это касается направлений Инженерно-технического института, юридического и экономического факультета, а также Рыбницкого филиала ПГУ. А вот спортсменов в этом году ждут некоторые привилегии. Для тех выпускников, которые достигли максимальных успехов в спорте, это участники и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, введена возможность в рамках выделенных бюджетных мест, в рамках тех квот, которые существуют по бюджету, поступить на любую специальность Приднестровского госуниверситета. В госуниверситете, напомнили, сейчас проходит прием заявок на предварительное тестирование. Любой желающий попробовать свои знания до вступительных испытаний может сделать это в начале мая. Прием заявлений продлится до 23 апреля, а сама приемная кампания стартует 12 июня. Всю подробную информацию, списки экзаменов и перечень специальностей можно найти на сайте ПГУ. Сюзанна Авакян и Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.